день, который это был. Здравствуйте. А нам заказ сейчас от вас приехал. Мы немножко с креветками удивились. Воскресенье! Поздравляю вас с выходным! Завтра хоть и понедельник, будь он проклят, но сегодня выходной. И начать его надо, естественно, с просмотра обзора на канале Покашварим. Обзорище традиционное. Что у нас сегодня на повестке? Little Panda кафе сегодня на обзоре. Это небольшая местечковая кафешка, которая находится у меня и вроде бы еще в каком-то районе. Сайт у них есть. Сайт, конечно, там, ой, кромешный ад, там половины информации нет, еще что-то. Но есть еда, которую можно заказать. Заказал, мне перезвонили, сказали, что привезут в ближайшее время. Посмотрим, насколько ближайшее. Ждем. My Little Panda, нет, просто My Little Pony, Little Panda кафе на канале Покашварим. Обзор. Покашварим здесь. Константин. Константин, здравствуйте. Ради бога, извините, что я вообще здесь. Ты что здесь от меня бегаешь, что я понять не могу? Я ничего сказал делать. Мне стало несколько тревожно. А сейчас классная информация, ежегодная. Вы же знаете, что мы дружим с компанией Гриль-центр. Они же Фингриль, да, вы понимаете. И сейчас я в их магазине, здесь в Спортхите, на Можайке. Это Можайка же? Это Можайка? Сколковское шоссе. Ну, Можайка недалеко же, что? Нет, Сколковское шоссе, 31-й. Сколково. Короче, Сколково. Научный центр. Тут все очень инновационно у них. Вы знаете, что ежегодно гриль-центр организует масштабный фестиваль в Сокольниках. Гриль. Лучшее событие по грилю вообще во всей стране. Ну, да, вот так вот назовем. Этот год не исключение. 26-27 июля пройдет фестиваль в Сокольниках, который вы должны посетить. Это масштаб. Я тоже там буду в субботу, но я там буду не просто так, на самом деле. Ну, во-первых, и с вами увидимся. А во-вторых, сейчас мы с вами сделаем офигенный конкурс. Мы вместе с гриль-центром, вот с ними, проводим классный розыгрыш. Он будет проходить в Инстаграме. Но это стоит того, чтобы зайти в Инстаграм, прочитать условия и поучаствовать в этом конкурсе. Условия предельно просты, а призы показываю. Во-первых, вот эта шикарная штука, ребят. Это барбекук. Классный, мощный, красивый, классная сталь грильчик. Ребята, который будет служить верой и правдой. Это первое место. Подарок грилю мы дадим не газовую горелку, а вот такой набор углей. Второе место. Вот такой вот офигенный набор аксессуаров для гриля. И плюс к нему две солонки. Ну, точнее, одна будет солонка на ваш выбор, а вторая перечница. Второе место. Что же получит третье место? Шикарный набор решеток. Три решетки, которые обязательно вам пригодятся, очень качественные. Одна вот такая пружинистая, крайне удобно. Вторая для сосисонов, посмотри, какая сталь классная, да? И третья глубокая решетка для всего чего угодно. Все условия будут в Инстаграме, но тем не менее, и здесь повторю, они очень простые. Вам нужно подписаться на Инстаграм Покашварим, на Инстаграм Гриль-центра и отметить в комментариях трех своих друзей. Количество комментариев не ограничено. Итоги будут подведены непосредственно в Сокольниках на сцене, поэтому вы приходите в субботу, в 6 часов приблизительно мы подведем итоги. Ну и также сможете проследить все это в Инстаграме, потому что прямой эфир будет вести Гриль-центр со своей странички, и на Покашварим страничке тоже будет вестись прямой эфир. Сбор комментариев мы заканчиваем 25 июля, это, кстати, мой день рождения, так что не забудьте поздравить, в 12 часов ночи, в 23:59, что в пятницу можно было это все свести и, соответственно, в субботу нормально разыграть. Участвуйте, всем удачи. Поздравляю, вы обосрались. Little Panda справились за час 10. Все привезли, температуру мы померили, вот сейчас, вот смотрите, прям сразу мы это сделали. Опа, пицца, пепперонька. Запах, кстати, идет весьма неплохой, 53 градуса. Это неплохо. Ну, потому что быстро привезли. Пицца 4 сыра. Тоже 54 градуса. То есть их одновременно сделали. Такие обычные коробочки без понтов. Здесь у нас два супчика. Тут же с супчиками у нас... Чего? Так, это отдельный прикол. Это я сейчас вам расскажу, в чем прикол. Суши.
салат «Цезарь». У меня сегодня очень небольшой заказ, на самом деле, потому что, ну, честно, особо и выбрать-то не из чего там. И чек. Чек на 2480 рублей. Так, давай посмотрим креветки. Ну, это, конечно, класс вообще. Спасибо большое. 44 градуса. Теплая. Лапша. 51 градус. Ну, то есть, в принципе, все приехало довольно теплое, ближе к горячему. Какие у меня первые впечатления? Вот такие общие, да? В целом, приехало все довольно теплое. Запахов неприятных нет. Есть ли приятные запахи? В принципе, да. То есть, вот от пиццы, вот вы видите уже эту пиццу, идет приятный запах. Это говорит о том, что, в принципе, наверное, тут может быть неплохой соус, тут нормальный сыр и нормальные колбаски и пепперони. И все это как бы пахнет адекватно, то есть, противных нет ощущений. Так, еще из плюсов в том, что они кладут пергамент. Это здорово. Коробки, хоть и обычные, скромные, совершенно там самые... дешевые коробки, но они не промокают благодаря пергаменту. Зашибись. Из минусов. Информации о том, сколько эта пицца должна весить, на сайте нет. Информации о том, что входит в эту пиццу, есть. Спасибо. Тут сыр моцарелла, например, в 4 сырах, пармезан, сыр маздам, сыр дорблю. Вот такие 4 сыра выбрала для себя компания My Little Panda. 350 рублей всего стоит. Для 4 сыра пицца это весьма адекватно, но пицца небольшая, то есть у них выбрать какой-либо размер пиццы нельзя, есть только 32 сантиметра и все, этого достаточно. Они так думают. Считаете ли вы так или нет? Я не знаю. В принципе, черт его знает, вот серьезно, иногда заказываешь вот, пиццу и думаешь, такой, блин, а какой выбрать? Вот 30 или 35? Вот что выбрать? Да? Когда у тебя выбора нет, ты заказал и заказал. Типа, ну, приехала пицца, все. Заказал 2, если захотел. Но в идеале, чтобы был хотя бы указан вес. Тогда будет просто понятней, сколько я что заказываю. Ну, давай для интереса взвесим. Хоть информации нет, хоть и должна быть. Сколько там что? А вот столько вот. Что это за... Что с весами случилось? Взвешиваем. 385 граммов, это просто мизерная пицца. Вторая пицца, я думаю, чуть-чуть побольше. Наверное, 400 будет весить. 472, да, на 100 граммов она больше. 4 сыра, пепперони. Не знаю, что разглагольствовать на тему пиццы. Это, ну, обычная пицца, выпечена, кстати, судя по всему, на решетке, да, на решетке. То есть, видимо, у них есть... какой-то конвейер. Ну, слушай, в целом вот ощущение недонаполненности, то есть это ближе вот к лепешке просто. Лепешка с сыром, вот так вот она выглядит. Она уже, видишь, не как у черепашек-ниндзя, то есть она как-то прогибаться должна там. Не потому что она остыла, она еще до сих пор теплая. Вот. Вот пузырь. За пузырь сразу дизлайк, пузыри надо лопать, потому что это просто кусок теста. Сыр весь сплыл с этого пузыря. И, соответственно, на нем нет начинки. А таких пузырей на пицце вон сколько. Вон, вся пицца в пузырях. Ладно, давай возьмем без пузыря. Максимально сухая пицца. То есть, она не то чтобы несъедобная. Ее съесть можно, но воспринимать ее как пиццу мне сложно. То есть, это реально похоже на какую-то, ну, типа, фокаччо с сыром, знаешь. Вот не более того, то есть, это не пицца. С другой стороны, цена, да? 350 рублей. Ну, не маленькая, на самом деле. То есть, что я буду защищать, да? 350 рублей – это нормальные деньги. Понятное дело, что ты где-нибудь в Папа Джонс пиццу, наверное, не купишь за 350 рублей. Но все-таки мой бы выбор был вообще тогда не покупать пиццу, чем покупать пиццу вот такого уровня, хоть и за 350 рублей. Ну, пожалуй, да, но невкусная пицца 4 сыра, причем... Причем я чувствую моцареллу, я, может быть, чувствую какой-то недорогой маздам, но вот мне ни разу за 2 укуса не попался сыр дорблю. Мне кажется, его... Нет, что-то там какие-то мини-вкрапления все-таки в нем есть. Короче, не пойдет, не понравилась абсолютно такая пицца. Давай посмотрим пепперони. Вес мы поняли, тут чуть больше начинки. Это значит, что у нее есть шанс быть хотя бы... чуть более сочный и съедобный. Тесто тонкое, тесто совершенно обычное, без какой-либо изюминки,
пепперонки вот эти хорошие маленькие, сыр моцарелла видно, да, то есть, ну, в целом, пицца и пицца, что, пропеченная, уже хорошо. Ваше здоровье. Как я и сказал, ну, как было, в общем-то, и это было довольно предсказуемо, то есть, действительно, пицца, в которой больше веса, того же диаметра, это значит, что там больше начинки, и она съедобная. То есть пицца пепперони, она весьма нормальная, то есть ее можно скушать без каких-либо фишек. Это абсолютно посредственная пицца, но она нормальная, то есть ее можно съесть. Пиццу 4 сыра есть неприятно, потому что начинки мало, она сухая. Здесь сухости нет. И колбаски, и всякое такое делает... Да в принципе все, колбаски и все делает свое дело. Мало соуса, чуть больше соуса класть, будет в принципе съедобно. Ну за свои деньги, как бы если вы всего понимаете... My Little Panda, они занимаются всем. Это очередная доставка, которая пытается усидеть там на 10 стульях, да? На двух стульях усидеть, как мы знаем из поговорки, довольно сложно. А уж когда ты занимаешься 10 разными кухнями, это еще сложнее. В общем, вот такие вот дела с пиццей. Ладно, давай, у нас еще из горячего есть лапша и есть креветки. С креветками вообще странная тема. На сайте четко указано. Вот, я смотрю скриншот с сайта. Жареные креветки. Жареные. И фотография из Макдональдса. Креветки в кляре. Это из Макдональдса фотка, насколько я понимаю. 300 рублей стоит. Вот эти креветки, они какие угодно. Возможно, они даже и жареные. Но они как минимум не жареные в кляре, как это должно быть, исходя из фотографии. И они как минимум, мне кажется, вообще не жареные. Нет, жареные все-таки есть тут подгорелости какие-то легкие. Но ну, скорее они вареные. Запах приятный, то есть эти креветки не испорчены, они как бы были заморожены и подогреты в панцире. Вот, вот, в общем, за 300 рублей ты получаешь неожиданное блюдо. Сейчас мы позвоним и узнаем, 135 граммов и стоит это 300 рублей. Сейчас мы в панду позвоним. Какого хрена? Добрый день, кафе Little Panda. Здравствуйте. А нам заказ сейчас от вас приехал. Мы немножко с креветками удивились. У вас креветки жареные указаны на сайте, ну, в панировке, а у нас они какие-то вареные приехали. Прям в панцире. Так должно быть или нет? Нет, я повару могу передать это. Там указано было жареные креветки, да? Ну, у вас указано на сайте жареные, фотография, ну, во фритюре, как бы, креветки. А приехали вареные. Могу фотографию прислать, если хотите. Да, видно. Да, да. Ну, уточните, пожалуйста, да, так должно так быть или нет? Да, да, хорошо. Да. Хотя странно, зачем я спрашиваю, должно ли так быть, так не должно быть. То есть надо было сейчас требовать, как бы, забирать товар и возвращать деньги за него. Потому что вели в заблуждение меня. Ладно. А, ну подожди, что я убрал-то, да? Мы взвесили. И лапша вок. Лапша удон с курицей. Она уже сформирована. То есть тут не надо, как во многих местах, набирать. Там выбираешь основу, выбираешь соус. Тут уже все вместе, готово. И, слава богу, мне очень нравится, что не надо запариваться. Лапша с овощами. 220 рублей, 300 граммов. А 300 ли граммов, мы проверим. Да, 300 граммов. С лапшой всегда все хорошо. По лапше все соблюдается, блин, из раза в раз у всех компаний. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Виталик, как всегда, посявкался. Так, курица. Абсолютно точно эта курица нарезалась замороженной из морозилки. Потому что слишком ровные куски, то есть ты так сырую куриную грудку никак не нарежешь, да? Но если у тебя замороженный кусок, то ты, естественно, его сможешь так нарезать. С одной стороны, эстетично, что это... квадратиками и ровненько. С другой стороны, как бы, я понимаю, что эта курица будет абсолютно сухая, несмотря на соус. Ну, а так в целом, что? Овощички какие-то пожаренные есть, лапша есть, соус есть. Хотя, какой соус, непонятно. Ну, наверное, терияки. Из описания, опять-таки, инфы никакой подчеркнуть не могу. Максимально сок. Алло. Это вас кафе Little Panda беспокоит. Здрасте. Администрация. Угу. Меня Михаил зовут. Подскажите, пожалуйста, что у вас по заказу там? Креветки жареные. Так мы только что с вами разговаривали, я же вам рассказывал. Нет, с другим молодым человеком разговаривали. У вас очень похожие голоса у вас очень. Добрый день, кафе Little Panda. Добрый день. Это вас кафе Little Panda беспокоит.
Креветки жареные у вас на сайте указаны, а у нас при, ну, в кляре там нарисовано на фотографии даже. А у нас приехали вареные, как будто бы, ну просто в панцире. Сейчас, секундочку. Да. На сайте вы имеете в виду, где закуски? Ну, а я не помню. Сейчас, секундочку. Угу. А, смотрите, на сайте у нас мы в кляре их не готовим, мы просто в панцире обжариваем их. Сейчас картинку надо изменить. Мы недавно их просто добавили на сайт именно. Мы их жарим просто в панцире. У нас, ну, то есть обжаривается. Нет, то, что вы их жарите в панцире, я это вижу у себя на столе. Ну просто я-то ждал другой немножко товар. Как мы поступим в этой ситуации? Мы можем на следующий ваш заказ сделать скидочку 10%. Хорошо. Весьма корректное предложение. Дмитрий у нас часто заказывает, я помню. Я с вами лично уже тоже общался. Соответственно, в следующий раз напишите в комментариях скидка 10%. Я посмотрю и предупрежу. Хорошо, все, хорошо, спасибо. Я напишу за креветки, да, чтобы вы вспомнили. Спасибо вам. Добрый день. Mm-hmm. Да, спасибо. Ну что, весьма корректное. Корректное обращение, то есть, в принципе, конечно, в идеале забрать товар и вернуть деньги, но предложить скидку клиенту на следующий заказ, это очень корректно. Как раз там, если ты заказываешь на там большой какой-то заказ, скидка 10%, она тебе и даст приблизительно вот возврат этой суммы. Это корректно, это молодец, Дмитрию лайк. И то, что поменяют они, возможно, на сайте картинку, это тоже хорошо. Заодно мы и проверим, кстати. Пока ролик выйдет, Дима монтировать будет, да, Дим? Заглянешь к ним там? А? Через какое-то время. Так, что у нас, значит, с лапшой? Курица сухая абсолютно, то есть, ну, как я и говорил, замороженная и размороженная курица, она все, она теряет кучу влаги. Соус терияки, об этом тоже надо указывать на сайте, то есть на сайте надо давать подробнейшую информацию. Вот недавно на О-суши, да, на детище мое и Виктора Бурды, где самый вкусный суши в городе, я, конечно, преувеличиваю, есть и другие места, где очень вкусные суши, я гоню. Сделал обзор Павел, тупой комяк. Кстати, тоже можете подписываться, там немножко не про обзоры еды, там про юридическую историю, как бы чуть-чуть гипертрофировано в плане подачи и требований, ну, вы посмотрите, если хотите. Вот, можете посмотреть обзор на О-суши, где, в принципе, ну, помимо того, что вся еда была названа говном, но это просто фишка Паши. Пока шеварим, дал мне такие роллы. Порвал. Вы будете пользоваться популярностью. Претензий не имею, это как бы просто стайл, формат канала. Я, как и говорил у себя в Инстаграме, я не имею никаких претензий. Я имею только благодарность за этот обзор, потому что вот до этого обзора я, честно говоря, просто не знал физически о том, что есть там декларация Таможенного союза, где указаны требования к маркировке. Нет, я понимал головой, что маркировка должна быть там, ну, как бы для меня достаточно там, того, что в магазинах есть все маркировки, да, а суши, ну, вроде как принято возить просто без информации, без какой-либо. Вот, естественно, после этого ролика, ну, точнее, после его обращения, я еще ролика тогда и не было, ну, а вот, мы получили на О-суши его обращение, и мы, естественно, среагировали мгновенно, там, за 2-3 дня описали абсолютно всю продукцию, которая у нас есть, прописали все БЖУ, аллергены, что важно, вот, прописали полный состав каждого блюда, и теперь к каждому заказу прикладывается вот такая вот бумажка, как в Макдональдсе. Макдональдс так делает, мы у них украли даже немножко формат. Вот. И теперь прикладываем эту информацию. Это хорошо, то есть это хорошая практика, я считаю, что ее надо перенимать всем. Все должны понимать, особенно в японской кухне, потому что здесь очень много аллергенов. Я очень много говорю, но извините, договорю. Все, что есть в японской кухне, вот здесь суши, роллы, это все аллергены. Соевый соус, соус унаги, соус терияки, там есть бобы, бобы-аллергены. Кунжут, мощнейший аллерген. Вся абсолютно рыба-аллерген. Креветки, то есть ракообразные, это аллергены. То есть в этой кухне надо относиться серьезно к теме информирования людей о составе. Это важно. Хотя, конечно, аллергики, я абсолютно уверен, они знают свою проблему и всегда контролируют, что едят. Вот, но тем не менее, как бы компании должны иметь ответственность. Вот я к чему это? Дима, я к чему это?
Я уж сам забыл. Да я к тому, что информация должна быть абсолютно правильной и открытой. То есть, если креветки жареные, значит, жареные, напишите жареные креветки и разместите корректную, зараза, фотографию, а не вот это вот все. Граммы, белки, жиры, углеводы, все должно быть указано. Все, я теперь поддерживаю тупого комика в этом плане. Все должно быть указано. Как так вышло-то? А нам, кстати, не дали салфеток вообще. Ни салфеток, ничего не дали. Только палочки. И даже чем есть суп, непонятно. Ребята, за сервис уже поставлю меньше. Все, ладно, у нас холодные роллы и супчики остались, которые непонятно чем есть. Два супа. Один солянка. Солянка — это вещь. Один борщанка. Борщанка — это тоже вещь, если хорошо приготовить. Ну вот почему, смотри, ну вот здесь вот нормальные плошки же, ничего не въежилось, да? В прошлом обзоре, который был... где у нас хинкальный номер один, что-то с харчо произошло непонятное, да? Здесь же нормально, ничего там, ну, люди пишут, вакуум там был. Ну, скорее всего, да, я понимаю, что это может быть и не коробка расплавилась, а вакуум был. Вот, но как бы, и чё? Есть, все равно было страшно. Все говорят, ставлю дизлайк, потому что не поел. Идите нафиг, знаешь что? А если мне радиоактивное что-нибудь привезут там, заведомо я буду об этом знать, я что, есть должен, что ли? Так, у нас, кстати, к супам, подожди, прежде чем взвешивать, у нас, смотри, тут куча всяких соусов. Я не знаю, к супам ли. Здесь вот сметана, сметана и какой-то еще соус. Вот к чему он, непонятно. То есть это типа спайси, судя по всему. И три сметанки. Может быть, это креветкам. Да, это соус спайси. Куда его добавлять, непонятно. То есть мануала никакого нет. Давай по весу. Соляночка 292 грамма, 300 граммов тут недовес, хотя если плюс сметана, то все будет соблюдено, так что отменяется недовес. 300 граммов, тут даже без сметаны 300 граммов суп весит. Супы стоят по 120 рублей, это очень адекватная цена для доставки. Посмотри, ох, блин, причем, смотри, там сколько всякого. Прям вот солянка выглядит достойненько, достойненько, за 120 рублей там... Начинки гораздо больше, чем в их пицце за 350. Смотри, обалдеть, класс. И борщец, да? Давай борщец сразу посмотрим. Но в борще почему-то мяса нет. Я вот два раза загреб, а мясо где? Хоть один кусочек-то попадется. О, попался один кусочек. Мясо — это курица, да, судя по всему. Это не говядина. И все, один микрокусочек мяса. Вот борщ чуть более грустный. Ну, кстати, на удивление, бульончик такой довольно, довольно насыщенный. То есть, они нормально сваренный бульон. Нет ощущения прям водянистости. Короче, борщ как борщ. Ну, такой, то есть, как бы, обычный. Обычный борщ. Вот, ничего особенного. Просто нормальный борщ. Мяса побольше хотелось бы, да? Ну, как бы за 120 рублей, да? Да что это? Вот, нет, ну, я вообще зажрался. 120 рублей, это большие деньги довольно. Это 120 рублей. Я как-то небрежно стал относиться к ценам, потому что всякого всего попробовал, и 120 рублей. То есть вообще тарелка супа должна стоить рублей вот 70, вот как-то, вот как в столовке, везде, блин, она должна стоить. У Аркадия Новикова, пусть, ладно, 150, как там, или кто там, у Ивлева, потому что, ну, ребята хорошие. А в Little Panda разрешаю 100, ну ладно, 120 не так-то дороже. Посредственная соляночка. Такая небрежно приготовленная. Не хватает ни кислоты, ни какого-то вот, копчености, знаешь, такой привкус есть у солянки, ни соли. Вот, короче, солянка прям вообще на 3 с минусом, борщ на 3 с плюсом. Вот такие вот два продукта. Съесть можно, то есть ничего отвратительного. Прям такого уж очень в этом нет. Ладно. Ну давай, Цезарь и роллы. Я серьезно, ну по роллам я в ужасе от этого лосося. Я не могу на него уже смотреть. Когда я вижу вот эту рыбу в таком виде, ну посмотри, ну это паста просто, блин. Ну как такое можно? Я знаю, что это за рыба, я понимаю, что она... Что с ней происходит? То есть я знаю, как она приходит, в каком она виде... Как она морозится, как она выглядит после разморозки. Я все это видел.
Это ужасно, я терпеть не могу такие роллы. Свернуто тоже довольно небрежно, внутри какой-то непонятный овал. Один какой-то непонятный огурец. Это ролл Филадельфия. И ролл Канада, пожалуйста. Ролл Канада, он должен быть с лососем внутри. В описании даже у них написано, что ролл Канада с лососем. А здесь лосося нет. В ролле Канада. И авокадо. И авокадо тоже у них нет. Дим, получилось сфокусироваться? Да. Сейчас я еще один кусочек тебе поднесу, ты не уходи. Вот, там внутри лежит один огурец. Посмотрите на коробочки с соусом. Вот что с ними происходило? Если у вас уже что-то там растеклось, да? Вот это вы возьмите, протрите эти коробочки-то. Вы просто возьмите салфетку и протрите. Ничего страшного не произойдет. Я с этим соусом есть ничего не буду. Граммовок нету этой истории, как бы, но давай взвесим все вместе. 500 граммов это весит, минус имбирь, минус васаби, минус коробка. Короче, где-то по 210 граммов весят эти роллы. Это маленькие роллы. Это роллы старой школы, которую все, я уже не уважаю. Давай попробуем, блин, я... Ну, короче, роллы, они делятся на две категории. Плохие, хорошие, все, вот другого нет. Есть вот сейчас 99% рынка плохих роллов в целом. И там, ну ладно, не 99, там 90% плохих и 10% хороших ребят. Все. И отличаются они тем, вот эти, одни используют вот такую вот сань, вот эту вот, которая просто не рыба, а черти что, блин. А вторые используют нормальную рыбу, нормальный там сливочный сыр и прочее. И соблюдают рецептуру. Указан авокадо, кладут авокадо. Указан лосось, кладут в Канаду лосось. В Канаде лосось. Ролл Канада отличается от ролла Филадельфия с угрём. Это понятно, что это уже русифицированные названия. Там, что это уже мы тут все напридумали. Ну, просто уж так сложилось, что Филадельфия с угрём – это то же самое, что Филадельфия, только с угрём. А Канада – это то же самое, что Филадельфия, только с угрём плюс лосось внутри. Все. Давайте. Блин, отвратительно. Сыр как масло. Рис заправлен ужасно. Лосось отвратительный. Огурец. Огурец только молодец. Лежит там одинокий огурец, понимаешь? Его окружает вот эта вот вся масса всякой фигни, короче. Он там грустный. Ну а что? Вот такая жизнь. Это как мы здесь с вами в России. Ладно. Канаду можно съесть исключительно из-за соуса. Наги соус исправляет все. Короче, нет. Роллы абсолютно нет. Эти роллы не для моих зрителей, я считаю так. Друзья мои, я вас всех люблю и уважаю. И хочу, чтобы вы ели хорошую еду. Хорошую, вкусную, качественную еду. За роллами точно не сюда. Да равно как и за пиццей, равно как и за креветками, равно как и за супами, по большому счету. Пока все очень посредственно, а что-то даже плохо. Ладно, может быть, Цезарь окажется шедевральным. А вот у Цезаря есть граммы, 210 граммов. Ну ладно, если придраться, конечно, коробка весит около 15 граммов. Ну, даже если она весит 10, то все равно не доест. Это не важно. Вот, давай посмотрим сам салатик. Мне очень нравится, что я здесь вижу. Вот это вот сверху, вот это маленькие кусочки. Такая посыпка очень смахивает на пармезан. Я извиняюсь, конечно, но это очень смахивает на пармезан. Я вижу здесь курицу, которая вот, ну, нормальная, типа куричка такая. Хотя вот смотри, что вот с этой курицей? Что с ней не так? Очень странная какая-то расцветка курицы, то есть как будто бы с ней что-то случилось. Вот видите, да, это куриная грудка. И вот здесь вот сверху что? Что-то было, видимо, в вакууме, потом что-то открылось, и вот эта штука заветривалась. Или нет, или это просто испачкано в соусе. На всякий случай есть не буду, но курица сухая, я уже потрогал. Вот, ладненько, гренки все еще хрустящие. Слизну сыр. Ну, пародия на пармезан, в принципе, нормально. Тут единственное, мало что этого всего. Так, давай, ладно, сейчас вместе с курицей, с салатом, вот так вот, чтобы прям, вау,
Это пекинская капуста, судя по всему, да? Пекинская капуста. Самое плохое, что можно использовать в салате Цезарь, это пекинская капуста. И сейчас даже, когда эту фразу говорил про использовать пекинскую капусту, я почему-то даже изнутри почувствовал, насколько я сделал умное лицо. Это так нелепо. Самое плохое, что можно использовать. Ребят, я если такое лицо делаю, прям фигачьте меня. Потому что я ни хрена ни в чем не разбираюсь. Я просто высказываю свое мнение. Я не повар, я не ресторанный критик. И когда я делаю такое лицо, а потом осознаю, что я сделал такое лицо, сам себя бешу в такие моменты. Самое плохое, что они могли использовать. Короче, отстойный Цезарь, все. Убогий соус. Отвратительная начинка. Сухая курица. Панда. My Little Panda. Я попробовал, и мне достаточно для того, чтобы сделать выводы. My Little Panda – это абсолютная посредственность. С довольно милым, любопытным брендом. Панды – это зашибись, я обожаю панд. Но то, что они сделали, они просто встали в череду столовок. Это еда уровня столовочки. Ну, как бы на новый лад. Вот. А мне нравятся места, которые делают чуть-чуть больше. Хотя бы немножко больше обычного. Короче, нужна какая-то движуха. Это... все сделано на уровне 3 с минусом в целом. My Little Panda не... Но при этом нет плохого. То есть тут сейчас не было ни одного испорченного блюда никакого. Ну, да даже лосось. Не, вот этот чилийский лосось замороженный, да? Он приезжает замороженный. Вопрос, когда он был заморожен, единственное. И размораживали ли его, а потом опять замораживали или нет. Вот это тоже влияет. Многие кафе этим грешат, я точно знаю, когда повторная заморозка, это все паста. Здесь вот, скорее всего, наверное, один раз размораживали, вот, нарезали и положили. Вот здесь, кстати, может быть тоже такая же история, потому что уж больно пастообразный лосось какой-то. Вот. Но я к тому, что замороженный лосось, он довольно безопасный. То есть, что там уже, все там... микробы, потому что глубокая заморозка, все, все микробы умирают. Но лучше ешьте хорошего охлажденного лосося. Вот. Единственную поблажку, которую я могу, в принципе, им дать в целом, это цены, наверное. Цены здесь адекватные, то есть тут не было попытки там сделать херню и продать задорого. Они сделали херню и продают за недорого, то есть, ну, в принципе, справедливо. Выставим оценки и посмотрим. 62,5 балла набирает My Little Panda. И многие скажут, что оценка, ну, вроде бы не низкая. То есть это должна быть низкая оценка. По ощущениям согласен. По ощущениям согласен, но справедливости ради повторюсь про цены. То есть они немножко поднимают свой рейтинг благодаря тому, что у них очень адекватные цены. За цены я поставил 5. Вкус, качество все-таки 2. Ну, вот мое мнение такое. 2 балла, я хоть и говорил, что ниже среднего, да, 2, неудовлетворительно. Я не удовлетворился, и вы не удовлетворитесь, потому что вы смотрите мои обзоры, вы знаете, когда надо удовлетворяться и при какой, например, рыбе, да? Соответствие 3 балла, блин. Кстати, вот, какой нахрен 3 балла? Да, граммам там где-то что-то соответствует, но, слушай, нифига не 3 балла. Снижаем оценку, я за соответствие ставлю... 2 балла, потому что креветки, зараза, ввели в заблуждение. Канада без лосося. Какого хрена? Ну и плюс недовесики. Да не было недовесиков. Ну там, где не указаны граммовки, я считаю, что там недовесы. Все, вот во всех блюдах, где не было граммов, это недовес. Указывайте граммы, чтобы люди знали, что покупают за эти деньги. Сервис я ставлю 2, потому что нет ни салфеток, ни хрена, короче. Скорость 4,5. За час 10 привезли. Могли бы и раньше, потому что кафе находится, ну, прям вообще рядом. То есть, ну, час 10 это нормально. 4,5 выше, чем хорошо. Чуть ниже, чем отлично. Температуру поставлю 5, ладно, так и быть. И, конечно, лайк от меня эта контора не получает, потому что я здесь заказывать никогда не буду. Даже при желании там сэкономить, у меня нет такого. Я серьезно, я не люблю экономить на еде. Я лучше переплачу, но поем
хорошо, вкусно и здорово. Вот, поэтому пиццу я буду заказывать в Папа Джонс, суши я буду заказывать в хороших местах, в других. И они есть, они есть. И все. Лапшу вок я буду заказывать в каком-нибудь вокере. Ну, хотя и у них можно. Вот вок более-менее. Кроме нарезанной, замороженной курицы кубиками. Вот, в общем, дикая посредственность. Фу такими быть. Давайте, делайте что-то интересное. Пока. Не вы, а рестораны, естественно.